Здрасте, меня зовут Сергей Ликеров, проходите, гости. Я из Батырева, Батырского района. Мне 29 лет. Пою, но я, наверное, уже с самого раннего детства. Когда я уже учился в деревне, в школе, я параллельно ездил в Батырево. Там учился в музыкальной школе. Принял участие в конкурсе «Кемельзаза», это было в 2014 году. И вот я там выиграл гран-при. Это среди чувашских артистов, вот это проходит мероприятие. Вот я там выиграл гран-при, и после этого вот как-то вот чувашская эстрада, вот все, у меня пошло-поехало. Я уже познакомился с людьми, которые вот пишут аранжировку, пишут голос записи. Ну вот, постепенно вот так вот знакомился, писал песни. После этого только начали звать на концерты. После этого я только начал выступать. Как появляется свободное время, я еду в Батырево и выращиваю лук, севок. Ну, средняя там семья, не такая богатая, не такая, ну, не бедная. Сольный концерт я устраиваю ДК «Трактор строителей». Там зал на 1100 мест. Ну, полная посадка людей уж. В первом отделении, сколько песен? 13-14 песен, и во втором тоже 13-14 песен. Из них я пою больше половины, 80% я пою. Друзья, вот они, когда я переодеваюсь, мои друзья тоже выступают, поют в это время. Один трек, ну, тысяч, наверное, ну, хороший, нормально, 15 тысяч. Вместе с написанием слов и музыки? Угу. Когда вот я же говорил, когда переодеваешься, там артисты, им тоже надо будет платить. Оформление сцены, звукооператор, светооператор, охрана, там касса, там, ну, очень много затрат, и с каждым разом все это растет и растет. Но в день мероприятия уходит, наверное, где-то 150 тысяч. Очень много молодежи слушает чувашские песни, очень прям много. И не только чувашские песни слушают те, которые понимают чувашский язык. Даже и русскоязычные все, даже татары, башкиры, ну, Ульяновск, Самара, Татарстан, Москва. Вот, выезжаем, да, конечно. Я вообще думаю, что даже пик моей карьеры даже близко даже не подошел еще. Поэтому еще работать и работать.